Молодые, талантливые, но пока еще неизвестные. В Запорожье прошел отборочный тур одного из самых престижных фестивалей украинской музыки «Червона рута». Организаторы отмечают, этот конкурс – стартовая площадка для большинства украинских молодых исполнителей. В чем сильны запорожские вокалисты и что для них значит звание «артист», узнавала Ирина Погоренная. Фестиваль современной музыки и популярной песни. Именно так вот уже 25 лет позиционируется фестиваль «Червона рута». Благодаря ему в Украине появились многие известные исполнители. Например, группа «Океан Эльзы», «Вопли Видоплясова» и запорожская певица Алеша. Фестиваль разделен на два этапа – отборочный и финальный. На каждый отводится по одному году. В 2014-м прослушивание проходит во всех регионах Украины. Мы переможців плануємо залучити до виступів серед військовослужбовців Збройних сил України, які зараз несуть службу на кордонах України. Ви знаєте про політичну, економічну ситуацію. Тому ми розглядаємо ці конкурси як своєрідний культурний, ідеологічний фронт для того, щоб об'єднати країну, для того, щоб музиканти могли це проявити, показати свою творчість. Запорожье – пятый город, в котором проходит прослушивание и отбор конкурсантов. В этот раз поучаствовать в фестивале решились более 50 исполнителей со всей Запорожской области. Те, що вже Мирослав багато взяв на замітку наших дітей і молоді, це дуже радує, бо з кимось ми вже працюємо, вже говорили, і Володимир Артємів, над чим треба попрацювати. І, звичайно, це та робота над тими талантами народними, величезний пласт цієї роботи, яку проводить і обласний методичний центр разом з Мирославом Мельником. На фестивалі представлені практично всі музикальні направлення – поп, рок, сучасна, танцювальна, акустична і фольклорна музика. Некоторые ребята принимают участие в таких масштабных конкурсах впервые, другие уже добились определенных успехов в телевизионных версиях талант-шоу, поэтому чувствуют себя уверенно на любой сцене. «Червона рута» – это тоже очень серьезный конкурс, так как очень много звезд украинской эстрады вышло, выбилось, как я говорю, люди, да? Это, наверное, крутой конкурс. В этом году, что больше всего удивило членов жюри, в запорожском отборочном этапе решили поучаствовать ребята из других регионов Украины. Например, из Харькова и Черниговской области. Говорят, хотят стать настоящими артистами, а не звездами, как часто по ошибке называют известных музыкантов. Считают, звезды могут быть только в небе. Артист – это тот, кто радует людей своим талантом, пением, там, танцами, неважно. Я всегда волнуюсь перед выступлением, и когда я выступаю вновь и вновь, я переживаю такие эмоции, которые никогда не переживешь в реальной жизни. В фестивале «Червона рута» могут участвовать исполнители от 11 до 34 лет. Правда, большая часть конкурсантов, говорят организаторы, 17-19-летние молодые люди. Многим из них просто хочется популярности и славы. Но жюри в первую очередь интересуют думающие исполнители, которые готовы работать над собой и экспериментировать. Поэтому в финал из каждого региона проходит всего 6 конкурсантов.